вот радость закончилась. Лето, похоже, тоже. Прибалтийское лето. А что вы хотите? Эстонское. Такой дождь на улице всю ночь. И вот сейчас 7:30. Идет сильный дождь. А у меня вот что расцвело. Розочка. Какая хорошенькая. Первый цветок на гибискусе расцвел. Он, бедный, так болеет. Я чего с ним только не делала. С магазинного цветка попала тля. И паутинный клещ, и, в общем, ничего ужас. Ничего себе. Кто писал? Ничего себе. Кто писал? Вот кто в три горла ест? Вот именно, кто в три горла ест? А что, дождь пошел, да? Моросить-то начал. Как там в магазине народ? Никого нет. Одни мы кушать хотим, да? Хлеб 69 € стоил, теперь 2 с чем-то. А яйца? Яйца 49 € по скидке. Вот, Алена говорила, 2,69 и 2,50. Где она смотрела, я не знаю. Я же тебе сразу сказал эти цены. Сама нарисовала, сама, да? Сама, наверное, да. Нет. Слушай, коробочка вон стоит, или ты... Не сразу пойдешь сейчас Почему за ягодами? Я куртку другую надену, башмаки другие, и пойду. А зонт не возьмешь? И зонт не возьму. Не забудь лук зеленый. Забуду. Забудешь. Тебе там как раз дали вместо колбасы. Что вместо колбасы? Помидорчики черри. Там подарки, что ли, раздают в магазине? Ну, задабривают. У кого больше 30 евро, давали же колбасу, а теперь новые черри. Ну, черри, наверное, дешевле, чем колбаса. Не знаю. Я думаю, что нет, так же. Нам колбасу не надо. Все ясно с вами. А этот суетится. Патрик, на улице дождь. Вот именно. Вот дождь. Патрюша, а что ты пятишься? И дождь смывает все следы. И вперед, и назад, и вперед, и назад. Патрик, страшно, страшно, страшно. Ой, страшно, какой красавец. Конечно. Вдруг там сейчас что-то произойдет, и папа как балерина расставит ноги, как Волочкова. И что? О, забег везут, когда непонятно. Вот, пока такая вода. Могут и не привезти. Ну да, могут, конечно. Вот это подарок. Подарок за то, что на 30 евро. А сколько там? 30 евро 49 центов. Вот. Так, где там цена? Ну, сметана. Яйца, кстати, вот такие. Хорошие яйца. Сливки. Свинина 400 грамм. Курица 0,5 килограмма. А грудки не было, да? Так. Творог. Любимое масло мое, Сарома. Черешня. Помидорки вот такие вот. Хлеб. И Алина, любимый хлеб наш. И Алина. Так, капустка свежая, апельсины и зеленые яблоки. Яблоки хорошие тоже. Так, коробочки забираешь. Ты куда пойдешь? Гроти. Какие яблочки. Сейчас, наверное, в дождь-то навряд ли сухая клубника там будет. Ну, потому что сыро. Иди. Она и должна быть сухой. В смысле, сухой должна быть? Потому я говорю, на улице... Если в дождь попадет, она сгниет все, поэтому... В этом году, если... Сколько ты сказал, дождь должен идти? 11 дней. А кто это тебе такое придумал?
Прогноз такой, тем не менее. Капуста свежая стоит евро 18. Яблоки евро 99. Так. Мясо евро 29 килограмм. Апельсины евро 69. Что ты на мясо там ты? Что? Евро 29 килограмм. Ты что-то не то брякнула. Да. Я вот и задумала, что я не то брякнула. Я тогда побегу, сейчас еще килограмма 3 возьму мясо по этой цене. Это самые помидорки евро 29. Ну, главное соврать правильно. А ты что кидаешь там, непонятно что. А вот яйца. Яйца евро 49. Как тут? Евро 90. А, евро 49, да, яйца. Вот, евро 49. Ты басню Крылова знаешь, мартышка и очки? Я в очках. Слушай, ты. Очки. Я мартышка, да? Мартышка, между прочим, уже картошечки начистила. Ну, вот. Большого умения не нужно, чтобы чистить картошку. А кто тут говорил, что не царское это дело картошку чистить? Болтун. Ну, так я и говорил. А поищи, сколько мяса стоит? Поищи. Мне очки надевать так, надо. А кто гнилой апельсин это купил? Это гнилой, это хороший. Это гнилой апельсин. Это не гнилой. Это гнилой апельсин. Ну, в каждой работе есть свои издержки. Так вот... Сидишь и сиди, и не выступай. Из 4 апельсинов один сразу на выброс. Рот мне не закроете. Так нет, ну как это? Из 4 апельсинов один на выброс. В очках надо в магазин ходить. Сейчас. Сейчас. Молодой, красивый. Хороший, это пока шел сгнил. Да, конечно, пока шел сгнил. Оправдывайся. Это значит, 3,99 это свинина. Хлеб, да, 2,19 хлеб. А вот курица евро 59. Вот. Вот. Евро 59. Бройлери. Кинс. Так. А дождь-то хороший льет. Как раз сейчас по улице гулять. Вот. Как только сказала, что апельсин гнилой купил, так сразу шмык и убежал, а то выступал, что я ничего не вижу, я перепутала цены. А то, что он апельсин гнилой принес из 4 штук, это все нормально, это он видит хорошо, да, конечно. Погода похожа на летнюю, совсем не похожа. Нам еще повезло в понедельник, когда у мужа был день рождения. Дождя такого... Нет, дождь был сильный. Но все-таки в промежутках солнце было. И радуга в конце. А он птичка поет. Сидит красивый наш. Сидит. Вон он. Вот. Сидит. На самой верхушечке. Черешня 3,99. Не очень хорошая. Какая-то она пожухлая вся. Ну. И красную рыбу не купил, говорила ему. Забыл. Не записала, забыл. Не, нехорошая. За такие деньги вообще плохая черешня. И что? Что теплые штаны снял? Холодно, что ли? Достал шорты, шорты положил. Начинаю надевать опять теплые штаны. Нормально. Лето закончилось. Раз муж шорты убрал, значит, закончилось лето. А клубника почем? Такая красивая. 3,90. А сколько все это стоит? 14,33. Сказали, клубника в этом году. Ее много, но будет намного дороже, чем в прошлом году. А если вот, как муж сказал, что сколько там, 11 или 12 дней должен быть дождь. Так вообще тогда клубники не будет, все сгниет на поле. Убирать некому. А мама не хочет покупать по 3,90. Почему я не хочу? Я тебе предлагал на ярмарке купить, ты сказала, вдруг будет дешевле. Ну, конечно, хочется там, дешевле. Но я так понимаю, что... Совсем без нее. Я так понимаю, что надо срочно. 2 килограмма купить, это проблема. Да, свежую клубнику с сахаром перетереть и в морозилку.
коробочке. И всю зиму свежую клубнику едим. Сахар немножко, совсем чуть-чуть. Вот такая красота. Когда твой любимый руки помоет, да, чтобы написать на пеленочку. Ну да, сейчас на улице дождь. Куда пошли, 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 домой. Домой, Ваня. Ну иди домой. Обманщик, а где цветы? А? Не до цветов. Что значит не до цветов было? Один цветок было не купить? М? Некогда. Ну что значит некогда? Ну потому что надо. Шланг ты пробил, было время, а да. Цветок один еще захватить. Вы вдвоем были. Один... Мы тоже купили в АБЦ в Ихве. Так и что? И в АБЦ тоже есть цветы. Вот так вот. Вот так вот. Махнул рукой и отвали. Не отвали, а просто некогда было. И сколько это стоит? Куда я че беду? Что, не помнишь, сколько стоит? Вот склерозник. Даже не помнит, куда чек положил. А зачем ты мне-то? Чтоб ты знала. Отчет. Да, чтоб я знала. У него взрываются шланги, елки-палки. На год не хватает. На год не хватило шланга. Это второй год уже. Ничего себе. 58-79. Такой разор в семье. Это что за безобразие? Прекращу поливать, пускай у тебя там все завянет. Тогда посмотрю, что ты будешь говорить. Да? Да. Это что? Ты растягивал шланг, как сумасшедший. Не сумасшедший. Из 2 метров 10 делал. Патрик, уйми хозяйку. Скажи, что это было не так. Не так. Конечно, не рассчитал немножко просто. Да. Ну, сказали как раз. Хобот у слона, когда это самое вытаскивают... На 10 метров. В Баухофе сказали, что это не прочные шланги, ненадежные. Да? Да. А теперь прочные? На 10 лет? Посмотрим. Там запчасти какие-то, что ли? Насадки. Насадки. А тут кусок теперь куда? Какой тот? Ну, который ты купил недавно. Пригодятся. На что? На рогатки. Промывание будешь делать желудка? Да. Нет, ну действительно, он же сюда уже не пойдет, да, не Почему нужен. Не пойдет? Ну сюда не нужен. Вот видишь, что ты делаешь? Что я делаю? Будешь продавать через объявление. Я не позволю семейный бюджет разорять. Да, я на цветах сэкономлю. На каких цветах? Которые я тебе покупаю. А совесть? Ну-ка, я крупным планом тебя возьму. Совести уже давно нету. Я так и поняла. Ух ты, какой красивый. Кстати, вот эти вот штуки, которые должны распускаться, отпадают. Посмотри, все верхушки голые. Ага, и лук купил. Вот я у нее лук, она мне 2 букета цветов дала. Это 2 букета? Да. Просто дала в подарок? Да. Я говорю, давай, ты не, у женщ... мне уже неудобно так. Ты у женщины прям вызываешь мне, какие-то чувства. Неудобно у нее. Чувства материнские. У меня целая грядка таких цветов. Материнские. Я говорю, вот... сколько? Нисколько. Вот все говорят, и солнце плохие. Хорошие они. Особенно вот таким мужьям. Клубника. 4 евро. Вот за 3,50 не хотела на ярмарке покупать. Уже 4. Красивая. Одна к одной ягодке. Красивый букет получился. Такой цвет яркий. Так приятно, когда цветы дома стоят. Тем более, когда их муж покупает. А этот вообще ему подарили. Но он умеет быть очень приятным. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, если пишете комментарии. Мне очень нравится на них отвечать. Заходите ко мне на канал почаще. Мирного неба вам над головой. Счастья, любви, цветов. Всем пока.